Я больше того скажу. Ну, я как психиатр. Последние навыки, которые у нас выпадут, когда вот мы будем с вами стареть, впадать в Альцгеймера там, и так далее, последние навыки, которые мы потеряем, будут профессиональные. То есть мы уже себя не будем помнить, родных не будем узнавать, вот, а в своей профессии будем прекрасно, так сказать, ориентироваться, решать задачки, которые соответствующей профессии переданы, там, и так далее. Вот, потому что на самом деле профессия, она дает нам как бы, ну, остов нашего существования. Да? Вот. Это всегда с нами. Понимаете? Родные приходят, уходят, там, уезжают, 5-10. А это вы все время в этом. Вот. И это вы выбираете, по сути дела, как бы содержание жизни. Ну, и какое содержание жизни выбрать? Такое, которое в любой момент может замениться, исчезнуть или быть неактуальным? Наша в своей профессии практикующего психолога, специалиста в области человеческого психики, его внутренней жизни, она будет актуальна ровно до тех пор, пока есть люди. Она пропадет последней. Священник, видимо, пропадет. И потом мы.